Поскольку так и не... Я тоже не очень люблю Охотный маяк именно из-за того, что вот Хоть постоянное. два режима только, которые я люблю. Это вот тут, когда тупо месяцы друг другу, кто кого быстрее грохнет. И когда три маяка. Вот, вот честно, вот это ну, вот два... Team Deathmatch и захват маяков? Да. Не, а почему это? Капитан тоже ничего. Ну да, с учетом того, что мы научились его убивать. Ну, как бы да. Но правда иногда бывает честно, иногда прям вот застреваешь и все, и вообще ни туда, ни сюда. Да, одного этого надо угандушить. Где ты, ёпта, я тебя не вижу. Блин, висликался. Ебаный в рот, ваша ракета. На, ёпта. Всё, маяк всё? Да, наш. Теперь удержать надо. А это сложнее. Не так сложно, как ты думаешь. Главное протубираться, не помещаться, и все будет хорошо. Да. 16 секунд, слушай, где следующий маяк? А, наверху, по-моему. Пингани, если можешь. А я не помню как. Вот, все, уже тут пинганул. Оп, пора мне тут драпать. Сейчас мне пирожков-то насуют. Мы захватываем маяк. Вижу, я уже здесь. Там снайпер у нас целится. И хуй с ним. Они бессмысленные и беспощадные. Пускай целятся куда угодно. Потому что они маяки не захватывают. А дальше пускай сосуд. Так, на 29 секунд еще рано пока. Я понял. Как 16 возникнет, пингани маяк, а то я тут... Блин, вроде бы как... А, вон уже пингует. Видишь? Уходим. Давай. Туда далеко, кстати, лететь. Через всю, блин... Давай, кочерыжка. С чего ты сделал? А, всё. Понятно. Запилили. Ага. Ну, там на снайпера толкнулся. Ну да, их надо пошевелить, кстати, стоит. Так, здесь мы пока в гордом одиночестве. Да нормально все пока. Вам никто особенно не спешит, они этих снайперов там хватали. Ну, кстати, да, вот это вот их не минус. Как у дурака фантик этих снайперов, он, смотри. Там двое пытаются что-то сделать, причем один из них бот. А вот так вот. Всё, стрелять не можем, совсем, да? Блять. Снайпера все-таки достали. Так, через 20 секунд новый маяк. А все. Осталось-то все. А, ну да, собственно. Маяк, я так понял, у них не выйдет отхватить. Конечно. Кстати, меня так и не убили. Два раза, видишь. Один прям... А что это такое? О, комплект ускоряющий врата. Ценная вещица, как думаешь? Все зависит от того, будешь ли ты пользоваться. Люк периодически пользуется, как бы, да, там вот этими ускоряющими вратами, но... Да пускай будет. Хуже-то ни тебе, ни мне с нее не будет. О, что-то ну, еще да. Комплект для ремкомплект. Возьмем тоже.